Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Honor Pad X8. И сейчас я вам покажу, как войти в режим разработчика на этом планшете. Итак, открываем настройки, опускаемся в самый низ и переходим в раздел о планшетном ПК. И теперь нажимаем несколько раз в номер сборки. Вводим пароль, и таким образом мы вошли в режим разработчика. Для того, чтобы посмотреть настройки, которые доступны для разработчиков, переходим в раздел «Система», нажимаем «Режим разработчика», и здесь есть все интересующие вас настройки. Для того, чтобы выйти из этого режима, переключаем этот тумблер. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и пока! We'll be right back.